ночь, когда определенный... его благой нрав, который проявлялся
К счастью, несмотря на тяжелое и опасное время, ученые ислама, хаджи сын Якуба и хаджи сын Патала, обучили его религиозным наукам. В то время Саид Афанди, кадасаллаху сируху, был уже зрелым человеком и, преодолевая все трудности, опираясь на большие способности, полученные от Всевышнего Аллаха, он успешно шел к намеченной цели, быстро и уверенно продвигаясь вперед в постижении религиозных наук. Благодаря острому и проницательному уму, восприимчивости, прекрасной памяти, которые были дарованы ему Аллахом, он знал любую изученную им книгу, словно сам был ее автором. Многие муршиды предвидели его дальнейшую судьбу. Так, тарикатский шейх Абдул-Хамид Афанди из селения Инхо-Куддиса-Сируху спросил у своего мурида из Черкея Мухаммада Хаджи, сына Шамхала: «На краю вашего села есть дом, в котором живет благословенный сирота. Как его дела?» Говорят, он спрашивал об этом у многих черкейцев. На самом деле так и было. Дом Саида Афанди Куддиса-Сируху находился на сельской окраине. Мухаммад Ариф Афанди Куддиса-Сируху часто говорил своим муридам: «В Черкее, дети мои, хранится волос пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Наступит день, и это станет явным для всех». Одним из лучших качеств Саида Афанди, кадасаллаху сируху, является его благой нрав. Он никогда никому не отказывал в помощи. Это терпеливый и кроткий человек. Не раз случалось так, что, начав строительство своего дома, он уходил для решения людских проблем, отложив работу и оставив. Глаза Саида Афанди, кадасаллаху сируху, наполнились слезами. На его лице
что теперь он на первом месте. В одной из книг Саида Афанди Куддиса сирру есть такие строчки. «На пути, где любовь тебе целью избрал я, ты знаешь, Господь, ученик я всегда. Тайну и яв, как масло и мед, усладой сделал Аль-Кадир в сердце моем». Обращаясь же к читателям, он пишет: «Мы разговор о многом повести могли бы, когда б не страх, что будет он напрасен. Но умному достаточно намека, и тот, кто ищет, здесь найдет немало. Да приумножит Всевышний Аллах силы досточтимого Саида Афанди, подаст Аллаху сирху, и одарит счастьем обоих миров его семью, близких и всех тех, кого любит он и кто любит его. Аминь».